Всем добрый день, дорогие гости канала, дорогие подписчики, я вам всем очень-очень рада. И сегодня мы с вами порисуем огромное, большое дерево ваших желаний. Мощное, сильное, которое тянется ввысь, которое растет и приносит вам свои плоды на блюдечке. Ваши желания реализуются, безусловно, благодаря вам, благодаря вашей силе, благодаря вашим убеждениям, благодаря вашей поддержке, каким-то знаниям. И когда вы что-то пишете, тем более рисуете, ваш мозг, он проделывает колоссальную работу, да, так, чтобы все ваши желания обязательно исполнились. Что же, ставим сегодняшнюю дату, сегодня 6 мая, 7 магические лунные сутки. Я ставлю таймер на 2 минуты, и мы с вами разогреем наши нейронные связи, да, и напишем первое, что придет в голову о ваших желаниях. Отчасти эта работа перекликается с теми, которые мы с вами рисовали последнее время. Вот, такая поддержка, да, сильная у вас, может быть, помните ваши звезды. Вот, кто не успел нарисовать, нарисуйте. Что ж, я ставлю таймер. 2 минуты, пишем первое, что приходит в голову. Звонит таймер. Я первый раз так криво писала, что ж, просто мне как-то не совсем комфортно, неважно, как я писала. Посчитайте, пожалуйста, свои слова и посмотрите, может быть, какие-то из них вас удивили, да, какие-то неожиданно вам всплыли в вашем подсознании. Отлично, у меня 34 слова. Что ж, все мои желания, да, отчасти они и цели. Вы помните, что когда мы рисовали звезду, мы рисовали цель, да, вот я желаю 100 тысяч долларов от YouTube в месяц. Вот, поэтому я здесь и изображу свои 100 тысяч долларов, да. Мы начнем со звездочки, такой маленькой. Угу.
Ну, вот такая у меня какая-то звездочка, по ней, в принципе, понятно, что я хочу. Вот, и для чего я это хочу. Ну, вот я хочу, я не скрываю, мне нравится просто обнять. То количество денег, которое я попросила. Так вот моя звездочка будет выглядеть. Вот, а теперь мы начинаем рисовать. Вот, вы помните, что когда лист лежит вот так, да, я вам говорю, здесь прошлое, настоящее, будущее, то здесь немножко по-другому, да, здесь у нас прошлое, здесь у нас настоящее, здесь у нас будущее. Не стоит вашу цель ставить в будущее, она будет вам все время мелькать на горизонте и не оказываться. Ну, а что касается самого дерева, да, какие у вас есть ресурсы? Вот я честно могу сказать, у меня есть скрытые ресурсы, о которых я даже не знаю. То, что помнят мои гены, то, что мне перешло, да, от моих родителей, бабушек, дедушек, да, от их прадедов. Я думаю, это моя колоссальнейшая поддержка. И вот видите, не заходит у меня круг, но если вы хотите, вы можете дальше как-то подложить, да? Что для меня еще ресурс? Для меня ресурс моя семья. Можете подписывать, можете не подписывать, да? Я вот как-то вот. Вот так вот, вот, вот. Для меня ресурс моя семья. Как еще мои желания, да-то могут исполниться? Социум, YouTube канал, да, какие-то социальные сети. Вышло у меня все это треугольником. Знаю я примерно, ну, очень много, поэтому мои знания, они будут вот так вот. Обратите внимание, с какой стороны вы рисуете те или иные фигуры. Левая сторона – это сторона матери, да, а правая сторона – это сторона отца. Вот цель моя такая, да, еще есть какие-то желания помимо этого. Какие еще есть ресурсы, что может быть, что может принести мне то, что я желаю? Ну, то, что я не знаю, да, какая-то фортуна, оставить место для неожиданных каких-то возможностей, да, неожиданные источники силы, помощи, неожиданные ресурсы, то, что я вообще не ожидаю. И что еще моя поддержка? Я искренне люблю то, что я делаю, да, и я в это верю. У меня это, пожалуй, очень сильно мне помогает по жизни. Я искренне верю в то, что делаю. Я знаю, что это работает, и мои знания, они всегда приносят мне радость. Ну, я любимчик фортуны. Я действительно любимчик жизни. Мне всегда везет. Вот. Я умная, я много знаю. Все работает. У меня колоссальная поддержка. Вот. Что ж, как-то так, да? Какие-то круги. А я рисую сразу, я лучше потом. Пусть у меня больше линий будет. Вот. Вы можете прицеливаться, примечаться. Но то, как рука пошла, оно изначально априори. Что, что я хочу? Вы помните, что я желаю жить в другой стране. Мое желание примерно вот такое сильное. Какие-то плоды, да, у нас вот зреют, вот скоро придет. Я желаю быть очень популярной. Я желаю, чтобы на моих видео были миллионы просмотров.
развивая этот канал, я хочу, чтобы у моего ребенка еще были, да, был хороший канал. То есть для меня моя цель, она станет неким стимулом, ну, достижение вот моих целей, да, оно станет стимулом дальше как-то развиваться в этой сфере. Я желаю, чтобы этот доход, он реализовался в ближайшее время, потому что это не предел того, что я хочу. Я вам много раз говорила, что Блиппи зарабатывает за год на своих видео 17 миллионов долларов. Да, чем я хуже Блиппи? Я лучше Блиппи. В общем, чтобы очень-очень быстро, да, и я получаю очень много благодарности от вас. Я вам за это очень благодарна, очень приятно, за все те чашечки кофе, за вашу отзывчивость. Спасибо вам огромное, да, вот у меня как-то здесь солнышком идет. Очень тронуто, очень приятно. Сегодня знаю, у всех разное время, и так трогательно. Сегодня в 6 утра очень много сообщений получила. Поэтому благодарю вас за ваши благодарности. Все читаю, все вижу. Для меня действительно большое вдохновение то, что вас становится все больше. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Где-то, если вам хочется создать такой фейерверк, то, пожалуйста, почувствуйте, вы сами поймете, где вам его захочется создать. Не обязательно, что каждый кружочек вы захотите сделать фейерверком. Работа многослойная, но она очень сильная. Я долго думала, что же сделать такого. Не обязательно рисовать ее только сегодня, да? Рисуйте, когда почувствуете, когда захотите. По поводу плодов тоже вы должны сами почувствовать, когда они у вас падают, сколько у вас их, есть ли они у вас. Да, вот у меня все-таки упали плоды. И что ж, теперь мы начинаем формировать форму именно древа, да. Идем нейрографическую линию от корней. Хочу, что у нас играет, увертюра Чайковского. Так. Включу нашу другую. У меня просто классическая музыка, я ее не настолько сильно люблю, но люблю, и она для меня ассоциируется все-таки, да, это что-то для меня непривычное, да, поэтому. Что ж, поехали дальше. Посмотрите, где нужно добавить, да. У вас корневая система, она должна быть... Нейролинии ведем только снизу вверх, да, по росту дерева. Мы не вертим работу, мы ее не крутим. Мы именно растим сильное, мощное дерево, которое приносит нам плоды.
Очень сильная корневая система – это ваша поддержка, вашего прошлого, вашего рода. И какими бы ни были отношения с родственниками, если они у вас вдруг не очень хорошие, не стоит пренебрегать их знаниями, опытом. И используйте по полной программе. Вот все, что можно использовать себе на благо, используйте. Не обязательно с ними дружить. Но то, что вам дано изначально от природы, используйте по максимуму. Посмотрите, где еще хочется провести линию. Чем больше линий, тем больше новых нейронных связей. Обратите внимание на свои ощущения, как вы себя ощущаете. Может быть, мне тяжело дышать. Обращайте внимание на свое самочувствие, что оно вам говорит, да? Вы видите, что я люблю острые углы, я люблю острые треугольники. Я умею выходить за рамки из зоны комфорта. Меня этому жизнь научила. Сумасшедшее желание лучшей жизни меня этому научило. Но если вы не готовы, я в это в жизни не поверю. Потому что если бы вы не были готовы, вы бы не были здесь. Вот. Что ж, я, пожалуй, закончила со своим деревом. Вот такое оно у меня получилось, ненаглядное мое. Мне хочется еще больше корневой системы добавить здесь. И увести в ствол. Если вам где-то кажется... Посмотрите, обратите внимание, какой у вас ствол. Он не должен быть слишком тонким. Он должен быть толстым, да, потому что это ваше настоящее. И, в принципе, если вы увидели, что он у вас достаточно тонкий, подумайте, где у вас в жизни сейчас вот что-то не так. Это очень простой тест вашего подсознания. Вот, что ж, вот она моя работа. Я с ней на данном этапе закончила. И сейчас я приступаю к округлению. Обратите внимание, с чего начали. Вот треугольник у меня здесь, я его сделаю чуточку больше, да, я ставлю острый угол. Я оставляю острые углы треугольников. Вы смотрите по своим ощущениям. Хотите жить, как живете, пожалуйста, округляйте. Хотите изменений, тоже подумайте, округлить или оставите острым. Так, этим я долго буду округлять. Сейчас. Где мой маркер? Другой мне нужен. Другой. Нашла. Вот. И округляем. Это кажется, что долго. Округляем аккуратно. Где-то что-то осталось к работе. Всегда можно вернуться. Вы знаете, что я достаточно быстро все всегда рисую, все рассказываю. И... я думаю, вы к этому уже привыкли. Что такое 7-е лунные сутки? Это магические лунные сутки, которые очень сильно, благоприятно так сказываются на исполнении ваших желаний. Да? В этот день
Можно проводить совершенно любые практики. Более того, мы сейчас находимся в коридоре затмений. А в коридор затмений, вы помните, я вам тоже много раз рассказывала, что же происходит такая кармическая, происходят кармические вещи, да, и независимо от Луны вы можете делать любые практики, что на очищение, да, на избавление от старого, что на привлечение. Вот, главное, чтобы было куда привлекать. Поэтому, кто еще не подготовился, мы в коридоре затмений до 16 мая. Пожалуйста, избавляйтесь от всего, что плохо лежит. Поверьте мне, если вы чем-то там не пользуетесь год, из каких-то вещей, да, я про расхламление сейчас, вы этим и не воспользуетесь. Если вы у меня прям сглатываю все время. Если вы имеете какие-то негативные установки, пожалуйста, прописывайте их. Если вы это делали, условно говоря, там на убывающую Луну, вот совсем недавно, не думайте, пожалуйста, что это одноразовая акция. Негативные установки, они у вас забираются вам в голову, независимо от вас, потому что мы живем в социуме, потому что вы смотрите все равно какие-то новостные ленты, новостные каналы, да, и это вам все мешает. Оно все равно откладывается где-то в подсознании, более того, вы общаетесь с людьми, поэтому такую чистку своей головы тоже рекомендую устраивать постоянно. Будет только лучше, поверьте мне. Чтобы освободить место для нового. Вот, новое не придет, пока старое не уйдет. Новое не придет, пока вы не освободите для него место. Так, что-то у меня с маркерами не будет. Да, какая-то с маркерами. Ладно, будем... Так, сейчас, секундочку, сейчас я возьму хороший сразу. Вот, взяла. Вот, поэтому последите, пожалуйста. Нет, это для меня толстовать сейчас, что ж не так-то. Поэтому последите, пожалуйста, что... Как вы себя ощущаете вообще, от чего вам нужно избавиться, что нужно проработать? У вас сейчас идеальное для этого время, как раз вот эту работу вы можете рисовать, сейчас выходные продолжаются. Порисуйте кейсом, посмотрите на изменения, которые будут происходить. Вообще, когда вы рисуете древо, оно изначально у вас в голове, да, ассоциируется с силой, ростом, мощью. Вы изначально знаете, что дерево, оно живет у нас несколько сотен лет. И поэтому у вас есть такое чувство уверенности, какой-то стабильности. Вот, пожалуйста, любые ваши ассоциации, они пойдут вам только на пользу. И это дерево в вашей голове, оно приносит вам плоды. Наблюдайте за тем, что происходит. Может быть, кого-то там в жар бросает. Обращайте внимание на, в каких частях тела, если вот спину, например, замкнуло, да, то есть спина это там, в зависимости от части спины, но тоже какие-то обиды, страхи, да, все прорабатываем. Я столкнулась с тем, что да, я хоть всю свою жизнь только и занимаюсь тем, что что-то прорабатываю, но тем не менее есть вещи, с которыми мне еще работать и работать, да. Вроде как прорабатываешь, а потом они всплывают самым неожиданным образом. Банальный пример, я не ем, ну, я вообще много чего не ем, да,
Но я не ем творог по каким-то там причинам своим, личным, из детства. Я обратила внимание, что я не разрешаю нашему маленькому сыну есть творог. Вот моя какая-то там психологическая проблема. Вот. То есть вроде как и простила, вроде как и отработала и отпустила ситуацию, почему я там не разрешаю что-то есть. Вот, а нет, оказывается, все-таки проработала, но не до конца, все равно всплывают моментами. То есть обиду на человека проработала, а то, что он меня там творогом кормил, не проработала. И ну вот, вот так вот ни с того ни с сего всплывает. Поэтому обращайте внимание, где вы что не допроработали, или где настолько сильная обида, что недостаточно, да, потому что все ваши обиды, они мешают исполнению ваших желаний, они мешают вашему финансовому росту. Вот. А я хочу с деньгами в обнимочку лежать. Я денежки люблю, они мне нравятся, я думаю, вам тоже. Вот, но лучше всего, да, как я уже много раз говорила, деньги, они нужны на что-то, на какую-то цель. У меня просто жизнь не изменится от того, что будет приходить эта сумма. Ну, разумеется, она изменится, она меня будет радовать, эта сумма, во-первых, доставлять огромное количество положительных эмоций. Вот, ну, прям можете подумать, да, что вы выращиваете, какие свои желания, какие у вас неожиданные слова всплыли в голове. Я тут вспомнила в этот раз, что мы хотели гору покорить одну. Вот, тоже перформанс, тоже такой экспириенс. Желания могут быть самыми смелыми. Может быть, вы хотите с акулами поплавать на большом барьерном рифе. Может быть, вы хотите полетать с парашютом, прыгнуть. Может быть, вы хотите научиться управлять самолетом. Подумайте, Вселенная, она изобильная. В этом мире столько всего прекрасного, столько всего любопытного, что мне, я действительно думаю, как бы мне хватило просто на это времени, земного времени. Думайте о том, голос сел, удивительно. Думайте о том, какие эмоции вы будете испытывать, когда ваши вот эти вот желания исполнятся. Я не просто так рисую звезду острую. Ну да, она считается более классической. Можно просто, как прошлый вариант, мы с вами рисовали мощную энергию, да, и огромное количество треугольников. Можно и так. Будете смеяться. Мне YouTube одобрил, значит, монетизацию в феврале, 22 февраля. Потом ее отключили. Ну, что достаточно забавно, да, в России. Вот, но суть не в этом. И там идея в том, что тебе приходит, когда ты подтверждаешь монетизацию, включаешь, идея в том, что тебе приходит, должно прийти по обычной почте письмо с пин-кодом. Я умудрилась указать адрес, по которому мы давно уже не живем. Вот, теперь я думаю, как мне получить это письмо.
Вообще старайтесь думать об своих ощущениях именно, условно говоря, если вы загадали подъем на какую-то гору, да, вы должны сейчас попробовать представить себе рассвет на этой горе. Вот все те эмоции, весь тот восторг, все, что вы чувствуете в момент исполнения вашего желания, вы должны ощутить, вдохнуть свою полной грудью. Потому что когда вы работаете со своими желаниями из состояния, что оно уже исполнено, может быть, вы живете в другой стране и в большом белом доме на берегу Индийского океана. Так и будьте сейчас в этом состоянии, делая эту работу. Это колоссальная, невероятная вещь, да. Для вашего сознания нет разницы, она не понимает, это ваша фантазия или это реальность. Ну так и покажите, что... И самое интересное, что когда что-то реализуется в вашей голове, да, оно обязательно воплощается в реальном мире. Поэтому максимально сейчас представьте себе вот ярко-ярко все те эмоции, все те впечатления, все, что вы будете испытывать, когда вот желание, оно реализуется. Дышите вот этим вот свежим океанским бризом. Представьте себе этот фантастический закат или восход, все, что любите. Да, как же мне тоже сказали, что не обязательно верить или не обязательно представлять, оно и так работает. Да, и так работает, согласна. Но хотите, чтобы оно сработало завтра или прямо сейчас? И в каком варианте сработало? Поэтому слушайте свои ощущения, слушайте то, что подсказывает вам тело, сердце, и только вы здесь решаете и принимаете все решения. Я все делаю быстро, вы это знаете. Поэтому сейчас доокругляем и будем уже переходить к работе с цветом. Если где-то что-то не округлили, ничего страшного. Округление – это ваша безопасность. Именно в этой работе, когда мы рисуем алгоритм снятия ограничений, там все не так. Там обязательно нужно все округлить. Потому что вы снимаете таким образом ограничения. А здесь мы наоборот, мы задаем конфликт, да, когда вот звезды рисуем, треугольнички, да, мы выходим из зоны комфорта и идем навстречу реализации своих целей, реализации своих желаний. Это ваш путь к исполнению ваших желаний. Где-то веточки, если у вас расходятся, пожалуйста. Главное, чтобы не сильно выбивались из общей концепции. Ветки растут, ветви растут вверх, не вниз. Дерево у нас всегда растет вверх.
У меня сейчас горят щечки. Кого-то может подташнивать тоже. Обращайте внимание. Где что нужно проработать? Что у вас? Про что вам то, что вы сейчас делаете? О чем вам это говорит? Какие подсказки вам приходят? Вам все придет, потому что когда вы рисуете, вы работаете сейчас с бессознательным со своим, с вашим бессознательным. Ваше подсознание, оно знает намного больше, чем вы. Доверьтесь ему. Вы заручились колоссальной поддержкой своего рода, своих предков, генной памятью. Неважно, верите вы в какое-то там перевоплощение, да, там, но у вас есть родители, да, у родителей есть предки, и вот эта вот вся память рода, вы заручились сейчас их поддержкой для реализации ваших желаний. Поэтому у них нет другого шанса, кроме как исполниться самым благоприятным для вас образом. Что ж, вот, пожалуй, все, я готова приступить к цвету. И по поводу, так, сейчас, и вот эта вот часть, это у нас как раз-таки наше поле, ой, извините, шатаю лампу, это как раз-таки и есть наше поле, это наш социум, который, в котором мы живем, который помогает воплотить наши желания. Проведите здесь тоже нейрографические линии, потому что без социума никак. И лично мне, да, социум, то, что зрители смотрят мой канал, да, оно вот помогает мне исполнить мои желания, то, что я интересна людям. Поэтому мне социум важен, вам, я думаю, тоже. Не обязательно делать толстым, но, ну, чтобы не терять внимание с самой работы, очень много линий. Даже если кто-то там задумал зарплату больше, да, то есть, ну, у кого-то мы же финансовые цели с вами загадывали, все равно вам зарплату приносит ваш работодатель, да, например, или там у вас свой какой-то бизнес. Вот, поэтому подумайте, ну, как вы можете без социума, да. Вот, что ж, и здесь я бы тоже провела. Сразу можете округлить. Обратите внимание, откуда вы выводите эти линии. Ну, то есть это вот фигура вашей фон. Вот ваша фигура в данном случае дерево, а фон это вот здесь. Вот как-то так. И так, 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 здесь.
Все, я беру цвет. Можете довериться. Обратите внимание, с чего сейчас начнете рисовать. Я вот начала с треугольника. Почему-то. Ну, я же сразу говорила, я их люблю. Смотрите по ощущениям, что для вас тот или иной цвет, что вам это дает, о чем вам это говорит. Смотрите, куда вы повели свои ветви. Понаблюдайте, как изменяется ваше состояние, когда вы взяли цвет. Что изменилось? Обратите внимание на рост ваших ветвей. Как там ваша звезда поживает? Может быть, вам захотелось ее выделить, обратите внимание. Обратите внимание, какое количество цветов вы берете, какими фигурами идете, то есть где вы начинаете. Куда все это уходит? У меня есть вот такой красивый.
Зеленый какой-то цвет спокойствия, да, я выбрала. И обратите внимание, куда все это идет. Вот они, ваши ветви, ваша крона дерева. Может быть, где-то вы сильнее нажимаете на карандаш. В идеале, чтобы работа вам, конечно же, нравилась. Если она вам не нравится, ну, во-первых, это ваш вкус, во-вторых, это ваша работа, в-третьих, вы всегда можете поработать и порисовать кейсом. Обратите внимание на свои фигуры, какие они у вас. Про что вам все то, что вы сейчас делаете? Как вам это откликается? Смотрите по ощущениям. У меня, если честно, какая-то космическая сказка рисуется. Наблюдайте, чем у вас отзывается ваша работа. Про что у вас она, что в ваших ощущениях. Вот они, мои плоды, да? Совершенно невероятные, волшебные, с какими-то фантастическими всплесками. Обращайте внимание цвета, которые вы берете. Но здесь очень важно, не важно, что в принципе в психологии, да, это не то, чтобы сильно сложно. Обратите внимание, что для вас, именно для вас, значит тот или иной цвет. Потому что здесь важнее всего ваши эмоции. Как оказалось, что для очень многих людей там желтый не цвет богатства.
чувствовать, поэтому думайте, что для вас значит тот или иной цвет, который вы берете. Это ваша жизнь, ваша работа и большое дерево ваших желаний. Желтые все совсем уже изрисовала. Ну, собственно говоря, вот оно мое дерево моих желаний. Линии поля мы здесь ведем точно так же, как я уже говорила, снизу вверх. Обратите внимание, через что вы их ведете, да? Где они у вас проходят? Видите, как у меня сразу уже через плоды, которые ко мне прилетели. И, пожалуй, да, мне хочется третью линию. Вот. Всем видно, да? Что вы хотите выделить? Да, фиксация. Фиксация может быть сама линия поля, фиксация может быть ваша звезда, фиксацией может быть какое-то солнышко, да, фейерверк. Подумайте, что для вас здесь главное, да, вот у меня на работе ручки чешутся вот сюда вот. Сейчас. Неудобно скошенным маркером. Что ж, вот теперь я выдохнула, вот теперь мне хорошо. Я надеюсь, что вам тоже. Я вам желаю счастья, пусть ваши желания исполняются быстро и легко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а угостить меня чашечкой кофе или выразить вашу благодарность можно по указанным реквизитам в прикрепленном сообщении. Благодарю всех за просмотр. Пока-пока!